Сейчас я поправлю. Вот так вот. Погнали. Так, очки. Линию занимаем. Приветствую Узбекистан и Шухрату отдельно. Сюда ладью поставили, чтобы все защищало. Вперед, надо прорываться туда. Еще вперед. Слон пригодился. Так, куда-то сюда нападает, да, на меня? Давай сюда переведем. Так, может так пойти? Защищено, тут по линии играем. Еще и сюда. Пытаемся нападать. Так, слоном или чем? Ну давай слоном побьем эту пешку. Так. Что он готовит? Ну давай сюда пока, чтобы на пешку С. Так, и тут куда-то пытается проникнуть. Давай пока нападем на ладью. Плевать. Здесь готов побить коняшку, если надо будет. Может быть, кстати, принципиально здесь побить, чтобы я отдал слона за ладью, и будут, конечно, у меня слабые белые поля. Черные, точнее, поля. А вот здесь я, пожалуй, не буду прям отдавать немедленно. Мне кажется, очень важно сохранить этого чернопольника, чтобы он мог сюда отступить и прикрыть тут, в случае чего. Так, куда он конь G5 накручивает? Ладно, давай пока сюда. Так. Угу. Давай пока сюда. Да, тут еще ферзем можно прикрывать, да? Может быть, стоило побить, кстати. Ух ты, красавчик. Ну, давай так прикроем. Эти поля одержим. Ну, давай. Так отойдем. Здесь защищаем. Теперь в случае такого хода, наверное, побьем ферзем, вернемся. Раз, напали, типа. А, ну и все, и плевать. Дальше вперед. Здесь может побить, если хочешь. Так, какая тактика сюда, иди потом сюда побить. Ну, давай так. Тут же конь под боем. Взял. Просто лишняя фигура пока. Так, хочет сюда, да, потом в шахе мне давать. Я могу так побить. Там ферзем перекрыться. Угу. Так, допустим. Ух ты! Пошла игра. Сейчас я взял. Придется взять. Закрыться. Ух ты, ух ты. Так агрессивно ты, друг. Сюда, сиди, шаг такой-то объявить.
Грамотно, ничего не скажешь. Победа!